Я хочу ребенка. Я тоже. И позвольте представить вам художественного руководителя легендарного советского ансамбля «Березка». Это не папа, это дядя Володя. Это папа. Кости срослись у вас хорошо. А связки? Тут возможны новые разрывы. Я вам оклад срежу. Вот тебе оклад, он срежет. Думаю, Светлова обязательно вернется. Не вернется. Может, пустишь погостить? Обузы не буду. Гости. Телесериал «Березка» на телеканале «Культура». Телеканал «Россия Культура» представляет. Создатель Черноморского флота, один из лучших полководцев Золотого века Екатерины. Его имя пошло в устойчивое выражение, в идиомы. Проект Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. Все, что двигало Российскую империю в 18 веке. Окажись на месте Потемкина Зубов, накопил бы богатство, испортил бы многим жизнь. Потемкин сделал счастливой свою страну. Григорий Потемкин о роли личного в истории на нашем канале.